you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня я хотел бы с вами поговорить на такую тему: всеобщая деактивация всех аккаунтов. Ну как всех. Деактивация аккаунтов игроков и администраторов. Думаю, все в курсе то, что меня деактивировали и все еще не активировали, и думаю, не активируют. Еще начали деактивировать еще других админов. Также деактивировали ЗГ, это Юрия Кошевникова. Потом деактивировали меня, потом еще где-то человек 50 деактивировали, просто так, с причиной махинации. Также недавно деактивировали администратора, по-моему, 4 уровня, это у нас Александр Егоров. Я, конечно, крайне недолюбливал этого администратора, но был очень удивлен тем, что его аккаунт деактивировали, с причиной снят. Ну и причина тому была, типа, что он сливал информацию. Ну, я так понял, типа, Кошевникову, что он, типа, сливал информацию Кошевникову или просто сливал информацию. И его за это, в принципе, деактивировали. Как ни удивительно. Я думаю, это будет, в принципе, продолжаться долгое время, то, что все будут деактивировать. Я вас очень предупреждаю, что любая передача денег с вашей стороны, либо вам, для них может показаться, что вы, типа, махинации и так далее. И они могут в любой момент вас деактивировать, поэтому лучше не передавать никому там большие суммы денег, лучше вообще никому деньги не передавайте, потому что админы просто могут заскринить, как вы кому-то деньги передаете, и просто взять вас деактивировать просто так с причиной там махинации, понимаете? Для них деактивировать игрока, админа, как два пальца обоссать просто, понимаете? Им насрать на вас. Они вас деактируют, им вообще по боку, что вы играли год, что вы играли два, что вы донатили 50 тысяч рублей, либо 100 тысяч рублей, им будет абсолютно насрать. Они будут деактировать всех, кто им мешает, либо кого они захотят. Если вы что-то не так скажете в сторону проекта, вас могут сразу же деактивировать, ваш аккаунт. Я не говорю, что вам нужно не играть на этом проекте там и так далее. И мне нравится Mozilla, я люблю этот сервер, но я хочу до вас просто донести правду и как бы вас уберечь. Уберечь ваши аккаунты, ваше имущество на аккаунтах, так сказать. Потому что мне, я по себе знаю, как это деактивировать. Как мой аккаунт деактивировали. Это не очень приятное ощущение, чуваки. Я вам скажу прямо, это не очень приятно. Вообще, приятного вообще ничего нету в этом, что вас деактивируют. Поэтому я хочу вас так чисто предупредить, чтобы вы были поаккуратнее, потому что в любой момент ваш аккаунт могут деактивировать. За 9 число, точнее, ну, в ночь 9 числа, деактивировали очень много аккаунтов, прям очень много аккаунтов, и до сих пор всех деактивируют. Особенно ютуберов, какие снимают то, что не нравится проекту Amazing и их руководителям. Поэтому поддержите меня лайками, чтобы больше людей это посмотрело, чтобы больше людей об этом узнало, чтобы вы были все в безопасности, чтобы ваши аккаунты не подверглись деактивации, как случилось с моим аккаунтом, как случилось с аккаунтом Свитерка, с Тимохи Домино. В принципе, я не хочу, чтобы вас постигла та же участь, как бы, что вас деактивируют. Поэтому деньги мне не передавайте, если меня будете видеть, потому что вас могут деактивировать, ну и меня тоже могут деактивировать, в принципе. Я думаю, после этих видосов, как я сниму, меня 100% этот аккаунт также деактивирует, в принципе. Поэтому не нужно, как бы, упряжкой идти, не нужно. Если меня деактивируют, то я не хочу, чтобы с вами случилось то же самое. Если они уже деактивируют администраторов, то вас им будет деактивировать не хрен делать, понимаете, для этого админа там четвертых уровней, понимаете, они четвертых уровней, пятых уровней, мне кажется, скоро ИГА будут деактивированы некоторые. Так что будьте аккуратней, не передавайте большие суммы денег, будьте аккуратней, не нарушайте правила, потому что за любое там нарушение вас тоже также могут уже деактивировать, потому что эти правила непонятны, они могут поменяться в любую секунду. Поэтому будьте осторожнее, соблюдайте, в принципе, правила. Не передавайте никому денег, не берите у него денег, потому что вас просто могут заскринить и
типа деактивировать за то, что вы там махинации занимались. Хотя скрины они вам никакие не покажут, доказательства также вам никакие не покажут, и вы ничего не добьетесь, в принципе. Я думаю, вам все хорошо объяснил. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на все райки, ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.